Ветер такой, что не слышно, наверное, чего я говорю. Но будем спину тут нам помогать. Обратно как -то. Не страшно вот так на середину речки выходить. Ноль, было плюс середину, два. Это не страшно, а вот за этим человеком мы вряд ли поспевать. Вечер в харю, а ты говоришь хуярю. Вообще-то 4 выжнуть. Вон человек не боится ветра. Налипать стало. А сколько же градусов? А завячка увеличит. Не, туда, знаешь, пропилил немного. Перед выездом на поле ива вот так лежит снегом. Такая вот запястье. Пилить надо. Не выехать.